Из чего же складывается эффективный тренинг? 50% питания и сон, 30% полная отдача на тренировке, 15% оптимальная частота тренировок и 5% программа тренировок. Без энергии вы не сможете тренироваться, а без протеинов у мышц не будет материала для их роста. Важно следить за суточным потреблением калорий. Если вы съедаете больше, вы будете набирать жир. Если съедаете меньше, не сможете тренироваться. Протеиновые коктейли пригодятся тем, кому сложно получать дневную норму белка с едой. А так называемый ночной протеин, казеин, позволит деактивировать процесс разрушения мышц во время сна. Ведь ночью организму больше неоткуда брать энергию. При силовых тренировках в мышечной ткани возникают микроповреждения. Залечивая их, организм делает мышцу больше, чтобы подготовиться к следующей нагрузке и избежать этого повреждения. Другими словами, рост мышц без нагрузок невозможен. Если вы приходите в зал и часами работаете с маленьким весом, а на следующее утро не чувствуете приятной боли в мышце, вы тренировались плохо. На тренировке вы должны действительно уставать и выкладываться на все 120%. Тренируясь раз в неделю, вы мало чего добьетесь. Грубо говоря, организм забывает, что мышцы получили микростресс и просто не включает процессы роста. Обратная ситуация – слишком частые тренировки выматывают организм и снижают наш иммунитет. Опять же, тут приходит на помощь спортивные добавки. Благодаря достаточному потреблению белков, БЦА, аминокислот с разветвленными цепочками и витаминов, организм быстрее восстанавливается, и вы можете тренироваться чаще. Вы спросите, почему программа тренировок стоит на последнем месте по важности. На самом деле просто. Потому что не так важно, что именно вы делаете на тренировке. Важнее то, что вы выкладываетесь на ней полностью. Даже самую эффективную программу можно запороть низкими нагрузками и плохой техникой выполнения. Тогда как при правильной технике и больших нагрузках практически любой тренинг дает результат при соблюдении правил, указанных выше. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Всем мир! Thank you.